Привет, я Ася, и сейчас будем смотреть новое видео Мармока, называется «Звездный трэш. Helldivers 2». Не забывайте про лайк и подписку, если все понравится, и поехали! Вступай в ряды адского десанта! Стань частью элитных войск, защищающих мир! Ага. Стань героем! Стань легендой! Стань адским десантником! Не, спасибо. Твои же пассатижи, идите в сракожопу! Куда я, блядь, попал? Почему у терминатора столько родственников, блядь, я не знал. Мне нужны патроны. О, патроны, отойди, мне нужны эти Так, теперь патроны — моя вторая проблема. Сука! Да, ты чё? Что за бред? О, ты дебил! Не. А не слишком ли динамично? Ну почему я не могу купить огромный магнит, как в мультиках? Ну почему все на мне? Прыгай! Прыгай, стоп! Что, блядь? Нет, не бейте, пожалуйста! Па-па-па, я либо настраиваю эту антенну, либо играю в симулятор дальнобойщика, пока непонятно. Стоп. Что такое? Уже доехали? Просто Мармок — это мы, а все остальные — это жизненные проблемы. Вот это только так и работает. А, неправильно. Бэклер-лербит сейчас будет. Стоп. Все, поймали НТВ. Помогите! За мной гонятся внутренности пятерки. Двойную лазерную коррекцию зрения заказывали. Ведра на ходулях какие-то. Ой. Ебать! Я куда-то... А, то есть это онлайн игра еще? Опаздываю, что происходит? Мне снесли все конечности для танца Макарены. Таракана, мать! Надо было ящик дихлофос собрать, а не оружие! Неудобно одной рукой стрелять еще. Держите свой груз, сраный, я дальше своим ходом. А что такое? А чё за херню я несу, я не понял. Какое красивое солнце. Хочется его просто взять и обнять. Вы раньше замечали, какое тут красивое? А, точно, тут же Фанька. Чё происходит? Ёбаный рот. Я украл что-то невидимое, мне страшно. Паркур. Для красоты всегда должно быть время. Кажется, верхняя часть моего тела против таких молодежных приколов. Ребята, постойте! Мужик, заряди мне из дробача в лицо, я походу мутирую в жука. Я уже начинаю хотеть есть всякую дрянь. А не, это я и до этого любил, все нормально. Надо что-то с этим делать, мужики, я устал. Я похож на бывшего грузчика, который в старческом маразме таскает фантомные коробки по квартире. О, это мой лучик спасения. Не надо меня оплакивать, мужики. Помните, наша служба — это миссия, которая... Это что за ситуация? Почему наш товарищ на дне озера мешает рыбам не понимать, зачем они существуют? Слушай, а что делает наш комрад на дне озера? А, ты от фанатов. Да ничего он не делает, он купается. Игра-то потная, сразу видно. Фанатов убегаешь, сейчас помогу. Не, ну если ты таким образом решил к предкам вернуться, то для начала стоило бы, не знаю, научиться плавать, наверное. Эй, вылазь, у нас дохрена работы. Хватит пузырьки из жопы ртом ловить. У нас тяжелая броня, да? Ага. У тебя ТикТок на телефоне имеется? Я скоро захочу в туалет. Уже не скоро. Мы научились дышать под водой, брат. Мы не можем сдохнуть и не можем выйти. Убей нас, пожалуйста. Из этого плащ не тонет. Скорее сделай это. Я чувствую, как рак-отшельник стучится в заднюю дверь. А я не хочу его открывать. Спасибо. Никогда не думал, что скажу это, но спасибо тебе за боль. Ребята, я понятия не имею, по кому вы стреляете там, у меня уже все давно закончились. Так, а что я умею? Орбитальный высокоточный удар. Ну давайте распробуем, что нам дали. Я как... Какое-то все такое оранжевое, слишком прям. Короче, на панике, мужик. А будто бы ДС-2 на максималку просто выкрутили. Если чё, где какая-то мразь членистоногая, я сразу кидаю в нее эту шайбу. О, патроны! За патроны я всегда готов послать на... А, это не та ситуация. Сказать спасибо. Так-то я нормальный, если не забывать пить таблетки.
Опа, здорово, где там? Твою мать! А как я обронил-то? Высокоточный удар, пацаны, беги, блядь! Ой! Я не специально, мужики! Какого хуя здесь грязь горит? Квинтэссенция, долбай, мы с вами на связи, господа. И я снова тут, как будто ничего и не было. Все очень быстро, это было в другой жизни. Это... Вы что, суки, давай быстро решим вопрос, пока у меня эрекция. Опять горю! Пацаны, пописайте на меня! Держим оборону, мужики! Здесь сейчас будет больше жареных жуков, чем... Да там, наверное, надо было всей толпой сразу. Хотя, и то не факт. Там на шанхайском рынке. Глотай демократию, пёс! А, понятно, тут больше не по кому стрелять. Я беру левый фланг, я беру передний фланг, я беру перезарядочный фланг. Охренеть, бомбёжка. Беру левый фланг. Тут опять никого нету. Пацаны, у меня проблема, мне не по кому стрелять, тут и без меня все сильно. Вы не хотите паузу небольшую взять? Вы что-то напрягли? Вот это что за струя божья? Что она тут делает? Она отбирает у меня хлеб, у меня нету работы. А вот это ты зачем сейчас кинул? Тебе не кажется, что это уже немножко, ну, не надо? Я думаю, они уже после первого залпа начали сдаваться, только мы их не услышали. Твою мать, он достал РПГ. Я уже не уверен, что мы спасаем планету. Походу, на службу уже берут без медкомиссии. Блин, мне страшно. Да, убивай их до полной смерти. Мы захватим все ближайшие планеты, а потом я всех предам, возглавлю и буду приказывать им массажировать мне ноги. Ха-ха, потому что в этих ботинках ноги устают. Меня подслушивают. А, ты со мной! Ха-ха, нам будут forever массажировать ноги, брат. Надо будет позже его ёбнуть. Мои родненькие братья, не напрягайтесь, я... Не буду говорить, на что это было похоже. Я займусь этими сложными стрелочками отдыхать. Твою хуйню! Кто вошел в меня без предупреждения? Громила! Фу-фу-фу, не-не-не! Занимайся моими родненькими братьями, я вот на этот булыжник встану. Явился он, в своей модной броне, весь такой непробиваемый... Но трусики-то ты дома оставил, а? Удачки тебе, присрачки! Рви жопу! Жопу рви ему! Блядь, не в меня! Я же тут стою! О, сила суперзем... Но это уже слишком. Ну, даже для чудовища. Меня причем... Сила суперземли течет по моим штанинам! Да ты гандон, двоюродный брат другого гандона. У тебя со мной личные счеты какие-то или от меня пахнет как-то возбуждающе. Зачем мы вот в эту погоню сейчас играем, а? Что с тобой? Ты еще и между булыжниками умудрился застрять. Ты уверен, что... Ага. Отрыжка у тебя знатная. Я тоже умею удивлять. Но перед этим, так сказать, небольшое лирическое отступление. Я против насилия. Ага. Если оно не во благо. Надо оптимизировать свой прощальный текст, а то они каждый раз отъезжают на странной фразе. Долг перед суперземлей заставляет мою жопу снова и снова возвращаться. Это что за спав, мужик? Почему здесь все горит, мужик? У меня в кармане дожарились семечки, угощайся. Ну, чтобы недолго мучиться. Таракани инкубаторы! Самое время попрактиковаться в метании гранат. Эй, дайте мне тоже кинуть в корзину. Ой, качественные гранаты у вас, ребята. Ой, туда я хочу. Отлично, а мне куда гранат? Да ты заеб! Свои антенны на мою жопу направлять столько! Пацаны, поберегись, я туда это, ракету направил! Твою дивизию, пацана разобрала на атомы быстрее, чем я успела. Ничего, мой косяк, я тебя разобрал, я тебя возвращаю назад, все честно. А чё сгробило? Я надеюсь, вы его похоронили. Ага. Отличное место для посадки, брат, я поймал. Прибавьте скорость, девчонки, 10 минут осталось. Тут громило. Погодите. Кажется, этот крупнокалиберный баран опять застрял. А, нет, в этот раз он по приколу баран! Все нормально, я не испугался, мне просто надо было отойти, отлить в подштаники. Ого, вот это мощно, вы его чморите, конечно. Ты куда полез? Вы, походу, ему мошонку отстрелили. Ребят, может, хватит его унижать? Вообще, я даже не знаю. Какая-то эмпатия у меня к нему есть, такой он миленький вообще на самом деле. Мне кажется, он урок уже усвоил. Прекращай в него стрелять! Ты что, хочешь, чтобы завтра с маткой в школу пришел, бля? Что это за краснющая планета? По следам крови из жопы меня здесь будет сложно найти. А что это за яйца? Я понял эти яйца.
Тогда не надо ранить попу. Мы не трогаем, они нам не мешают. Камраты, начинайте ублажать терминал, уже ему одиноко. Отлично, потом пряником угощу, я на стрёме. У нас тут жирная проблема, пацаны. Жаль, я бегать бросил. Блядь. Ой. Как быстро мне говно в рот затолкали. Ничего, скотина, моя следующая остановка хребет уёбы. Получай доставку. Суперземля всегда платит по заслугам. Че за хуйня? Я потерял сопли. Где мои сопли? Мы для себя космическое путешествие открыли, а по планетам все еще пешком драпаем. У Гарри Поттера и то метелка была, блять, опять эти долбаные дети. Все, теперь точно понял. Все, информация зафиксирована, яйца не трогаем. Ну да, могли хотя бы там, не знаю, электросамокаты выдать в конце концов. Всем привет и спасибо за просмотр. Но перед тем, как уйти, не забывайте, что дальше вас ждет бонусный фрагмент. А я перед тем, как уйти, хочу сказать, что по статистике моего канала вы все красавцы. И чтобы красавцами оставаться, я хочу попросить вас поставить лайк этому видео и включить колокольчик. Потому что, оказывается, лишь 10% из вас переходят по зову уведомления. Остальные, наверное, по зову сердца. Я понимаю, да, это прекрасно осознавать, но здесь, оказывается, есть те, которые не помнят, как сюда попали. Ну и на этом все. Здесь был грёбаный Мармок. Не забудьте написать, как вам видео в комментариях. Будет очень интересно почитать на досуге. До скорой встречи. Пока-пока. Так, мне нужен крайний улей. Мне сюда, наверное. Ах, блин. Но мне сюда. Ну это прям флешка какого-то мега-масштаба. А, все, разобрался. Улей в этой стороне. Классное видео, позитивное, плюс настроение однозначно. Игра какая-то такая супер динамичная, супер быстрая. Напишите в комментариях, если вы сами уже успели поиграть, как вам понравилось или нет. А мы встретимся в следующем видео. Пока-пока.